Нередко имена крупнейших исторических личностей и их деяния со временем обрастают мифами и легендами, зачастую весьма далекими от истины. Не избежали подобной участи и два великих человека, которым довелось в начале XIX века в открытом противоборстве решать судьбы всей Европы. Наполеон и Кутузов. Мифы и реальность. Смотрите программу «Час истины» на нашем телеканале. До встречи.